Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, это проект CryptoHands. И я сегодня вам буду показывать, все забывал показывать, но сегодня вам буду показывать, как отсюда деньги вывести. Вот смотрите, всего доход 1.65, уже часть денег я выводил и вспомнил, что нужно записать видео. Как я это делаю? Я захожу вот на такой BestChange, наверное, все многие знают, и деньги я буду вводить на Яндекс.Деньги, так как у меня есть карта. Проблем особых нет с этим. Здесь вывод от 0.05. Будем мы выводить 0.3, даже вот так вот. 0.3. Ну, получается у нас 4347 рублей. Вот такой вот обменник, который мне выдала. Сейчас я вставлю адрес своей электронной почты. Так, запоминать меня не надо. Идет обработка. Смотрите, здесь есть инструкция, как оплатить. Смотрите, мы нажимаем «Перейти к оплате». Все это в походных условиях. Вот выскочила у меня вот такая вот, такой адрес. Ну, соответственно, этот адрес я сейчас скопирую. Хотя могу просто зайти в свой кошелек и это все сделать. Ну, показываю, потому что многие у нас с компьютера работают. Вот есть у меня расширение такое, MetaMask. Заходим в MetaMask. Нажимаю, ой, не отправить, извините. А, да, все правильно, отправить. Нажимаю Ctrl-V. Все, адрес мы вставили. Здесь мы вставляем сумму. 0.3. Вот здесь мы выставляем цену газа. У нас пускай будет 5. Почему выставляю 5? Потому что сейчас сеть не загружена и десятка нам ни к чему. После этого нажимаю далее. Вот у нас вообще цена газа 0,02 цента. Ну, смешные цены. Смотрите. Все, наша транзакция прошла. Так, что тут? Так, да. Теперь мы будем ждать, когда у нас это все подтвердится. Мы вернулись на страницу оплаты. Давайте посмотрим, что нам тут написали. Ну, показываю все вот с руки, как говорится. Если у вас возникает проблема, обязательно обратитесь в службу поддержки. Хорошо, я думаю, проблем у нас не будет. Операция занимает от 5 до 30 минут. Сейчас у нас время, получается, 11 часов утра. Посмотрим, насколько быстро это все произойдет. Кстати, вот мы перешли. Здесь написано, статус заявки принят, ожидает оплаты клиентам. То есть это нормально. То есть это все хорошо. То есть я оплатил, просто ждем, пока деньги поступят на Яндекс кошелек. Кстати, сейчас в Яндекс кошелек еще зайду, покажу, сколько там чего. Вот мой практически девственно чистый Яндекс кошелек, на котором 92 копейки. Посмотрим, придут ли деньги. Ну, заодно посмотрите, работает это или нет. Ну вот так, ребятишки, дождик льет, а у нас льет в наши кошельки. 4348 рублей пришли, буквально прошло там какие-то 7 минут, а заявка выполнена, вот я вам могу показать. Вот написано, заявка выполнена. У кого остались вопросы, пишите по контактным данным, либо звоните, пишите. Все равно очень интересный проект, достаточно перспективный и очень-очень честный и прозрачный. На этом заканчиваю. Всем привет.